Всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео мы посмотрим на топ-10 вещей, которые делал каждый в Clash of Clans. И да, не говори, что ты это не делал. А перед началом видео хочу поблагодарить вас за 1500 лайков, которые вы оставили под прошлым роликом. Огромное спасибо, давайте в этом видео соберем столько же, это будет самая большая благодарность для меня за работу над контентом. Также не забывайте, что все новости из мира Clash of Clans и Brawl Stars публикуются в нашей группе ВКонтакте. Также там есть анонсы и расписание стримов, чтобы ничего не пропустить. Ну а в моем инстаграме всегда можно найти новые фоточки и сторис из моей жизни. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! Абсолютно каждый переходил на новый таунхолл без фуловой прокачки на предыдущем. Да-да, я тоже это делала и делаю прямо сейчас, но только вы ничего не знаете и никому об этом не скажете. Договорились? Ну тогда поехали дальше. Что может быть хуже, чем слив атаки в КВ? Конечно же, слив атаки в КВ на 49%, когда стараешься выбить звездочку с ратуши выше себя, а в итоге выходит вот такое. Да ладно, скажете вы, 49 это еще не смертельно, а вот когда 99 и не хватило буквально одной секундочки, чтобы получить трешку, эх, как же это жизненно. Первый день сезона. Соклан попросил подкрепление. Естественно, выдам, у меня ведь золотой пропуск, и пожертв мне за один гем. А пропуск-то я в этом сезоне еще не купил. Представьте ситуацию. Вы стоите внизу списка на КВ и уже никак не можете повлиять на результат, потому что напротив вас стоят незакрытыми только высокие ратуши. Однако вы видите, что на одной из баз ратуша стоит с краешку. Поэтому что вы делаете? Конечно же, идете фармить на эту базу, снося ратушу и тем самым забирая себе бонус КВ. Не делали так? Не говорите. Уверена, что 100% делали. А еще это хороший способ для того, чтобы поэкспериментировать с новыми миксами, потому что здесь, даже если проиграете, не так будет страшно. Хотя бывают еще и другие эксперименты. Привет! Я любитель экспериментов с игрушками. Компьютерными игрушками. Ой-ой-ой, извините. Да, о, да, Джокер, да, да. Какая у тебя пушка. На канале Нехочуха можно найти ламповые стримы с живыми эмоциями по абсолютно разным играм. Хорроры, шутеры, выживалки, квесты. Какой жанр выберешь ты? Стримы проходят каждый день, позитивная атмосфера и отсутствие мата создаст лучшую обстановку, чтобы расслабиться вечерком и пообщаться с Полиной. А ссылку на ее канал я оставлю в описании к этому ролику. Присоединяйся к экспериментам. В играх, разумеется. Заходишь в Clash, открываешь свою армию, не смотришь на свою армию, идешь в бой. В бою понимаешь, что у тебя не полная, недоваренная армия. А может, еще и герои спят? Деревня строителя. Прекрасное место для того, чтобы по-быстренькому зарашить себе DS9, открыть хижину, прокачать на 5 уровень и получить 6 строителя. Ну и, собственно, можно отсюда выходить и больше не возвращаться. Начались игры кланов, а у тебя нет времени или желания их проходить, но твои сокланы прошли уже все 6 этапов, и это значит, что взяв самое простое задание, ты получишь все награды. Так и сделаем. На каком ты хате бы ни был, я уверена, что однажды ты руководил кланом. А еще однажды ты подсказывал, как нужно правильно проатаковать на какую-то базу, и когда твой соклан делал все по инструкции, получал 3 звезды, радовался даже больше, чем этот соклан, ведь ты все правильно ему подсказал. А прежде чем перейти к подведению итогов розыгрыша, хочу поблагодарить спонсоров канала DM Лакомка, DM Варгу Супер, DM Солнышко, Салим Дивлетбиев и Сержант Гей за помощь и поддержку.
А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмодзи и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатры. У двух бандитов назначена важная встреча. Первый спрашивает у второго: «Ты принес?» Второй кивает и протягивает ему конверт. В конверте находится бумажка, а на ней написано: «На вашу деревню напали, минус 50 кубков». «Только не это», — говорит первый, — «я же только сейчас начал подниматься вверх по кубкам». Поздравляю автора комментария, присылай номер киви или карты под свой коммент, получаешь от меня приз 99 рублей, а ниже 80 гемов Clash of Clans. Ну а мы движемся дальше. Представьте ситуацию. Перед вами лежит книга, которая называется «Мой список причин гордиться собой в Clash of Clans». Вы открываете эту книгу и прямо на первой странице видите то, чем вы больше всего гордитесь на своем аккаунте в Clash of Clans. Что бы это могло быть? Пишите свои идеи в комментарии, автор самого креативного коммента получит от меня приз 99 рублей, а ниже 80 гемов Clash of Clans. А итоги мы подведем уже в следующем выпуске по Clash'у. Поэтому не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и, конечно, ставить лайк на это видео. Но я желаю вам удачи и пока-пока!